Ну, а вот так вот выглядит моя елочка. Вся такая красивая, нарядненькая. Такая приятненькая. Вся в золотых и красных шариках, в золотых шишечках. Красный золотой дождик такой. Это она так вот выглядит. А в свете на ней фонарики горят. Могу показать сблизи. Сблизи она вот так вот выглядит. Ножка такая, шарики. Вся такая пушистенькая. Шишечки такие золотистые. Вся такая в огоньках, в шишечках. Вся такая вот красивенькая довольно-таки. Ну и большая. Сама по себе, я не помню сколько. Наверное, может 2 метра, наверное. Такая вся. Классненькая. Вот такая елочка. Верхушка. И едем вниз. Такая елочка. Ну, а если выключить свет, то будет красивее. Такая вот она в темноте. Там и на потолке что-то так отражается красиво. Сама такая красивая стоит. Даже в темноте видно, что это елочка, что она такая красивая. Ну, если сблизи, то вот как-то так. Все это выглядит. Довольно-таки приятно. Еще дождики светятся тоже. Шарики где-то отражают. Вот такая елочка. Пушистые иголочки. Смотришь такой на елочку, она вся такая нечеткая, непонятная. Ты такой оп. И она сразу красивая и четкая. Ну а теперь, подводя итоги уходящего года, хотелось бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за то, что участвуете в жизни канала. Теперь нас с вами на канале гораздо больше, чем было раньше. И роликов всяких больше, чем было раньше. Я хотел бы поблагодарить всех вас еще раз за все. И пожелать вам счастливого Нового года. С наступающим вас. Счастья вам, любви, добра. И всего самого хорошего.